Мы собрались для того, чтобы никакой, как бы его ни называли, Янукович, Тимошенко, Ющенко, Хриндипупкин, неважно кто, чтобы любой человек не смел нарушать наши права. Добкин подумывает об уходе, но заявление пока не написал. Активисты заняли здание ХОГа и ждут губернатора. С самого утра около здания Харьковской облгосадминистрации собралось большое количество сторонников Евромайдана. Щитами и забором они охраняли входы в здание ХОГа. Цель – не дать зайти губернатору Харьковской области Михаилу Добкину. Требование – чтобы он подал в отставку. У нас у Харкові зараз іде продовження революційних подій, і сторона протестуюча зацікавлена в тому, щоб продовжити виключно мирний сценарій, який ми демонстрували протягом понад 3 місяців. Цей виключно мирний сценарій полягає в тому, що запропоновано, в тому числі стороні зараз сьогоднішньої влади, запропоновано вийти з ситуації через заяву про відставку, так як це робиться по Україні. І ви бачите, що вистачає мудрості зараз не ескалувати конфлікт, а знімати його по багатьом територіях і переходити в режим мирного співіснування громадян, гасити оцю надмірну активність, яка на сьогоднішній день є. Несмотря на все усилия активистов, Добкин все же прошел свой кабинет. Кроме того, провел там совещание со своими подчиненными. Во всяком случае, об этом заявил его первый зам. Директора департаментов находятся на рабочих местах, и их сотрудники тоже все работают в нормальном, обычном рабочем режиме. Поэтому как бы для этого и было проведено совещание. Я докладывал Михаилу Марковичу о том, что вот ситуация такая. Я уже не говорю о том, что в телефонном режиме, я ему тоже докладывал об этом каждый день, и вчера в том числе. А вы знаете, куда он поехал? Вот, к сожалению, не знаю. Я знаю, что он вышел из здания, куда дальше он поехал, у меня пока информации нет. Он сказал, что мысль такая есть, он понимает, он эту мысль вынашивает, но когда это состоится, это он примет уже для себя сам. Ну тут может быть 2 варианта. Либо он сам подает в отставку, либо же новое руководство страны может его уволить с этой должности. Точно так, как любого губернатора, учитывая то, что уже правами такими наделены новые органы государственной власти в целом по Украине. Поэтому они могут такое решение принять и дальше назначить нового губернатора. Новый губернатор, мы ему подадим все заявления об отставке, это по закону о государственной службе. И уже дальше новый губернатор будет набирать себе новый состав областной государственной администрации. И они будут работать вместе. Заявление о том, что Добкин побывал в стенах здания ХОГа, очень удивило активистов самообороны. По их мнению, такого или не могло быть, или... Он мог пройти через какие-то специальные секретные входы, тут их много в этом помещении. Ми звільнили повністю всі поверхи, окрім першого, відповідно, через інші якісь входи чорні, він міг пройти сюди. На своїй машині сюди ніхто не заїжджав, він міг пробратися тільки як криса по якихось щілинах. Где сейчас находится губернатор области, неизвестно. Несмотря на заявление Дулуба, облгосадминистрацию покидают все его работники. Из здания они выходят с вещами. Помещение заполняют активисты Евромайдана. Они уверяют, здание ХОГа не покинут до тех пор, пока Михаил Добкин не подпишет заявление об уходе. Ольга Калиниченко, Андрей Зот, 057 UA.